Сегодня утречком мы в Хаттане сели на поезд, доехали до станции Талавакели. Вот эти 2,5 километра до водопада Сент-Клер. Мы дошли по чайным плантациям, и девчонки собирают чай. Дорога идет такая над чайными плантациями. Очень красиво. Вот такая здесь табличка. Вот сам водопад Сент-Клер. Сейчас я ее приближу. Конечно, пейзажи очень красивые. Высокие горы. Классно. И везде чай. Вот такой водопад Сент-Клер. Мы прошли чуть дальше. Здесь смотровая площадка с музеем и рестораном. И вот отсюда вид совсем другой на этот водопад. Еще видно один ярус. Thank you.